Каждая хозяйка трепетно относится к сохранению чистоты в своем доме. Частенько на столах и на других поверхностях остаются следы от мокрых кружек и стаканов. Для избежания таких неприятных моментов нам помогают подставки под стаканы. И сегодня мы будем делать именно такую подставку. Нам понадобится суперклей, бисер, форма для нашей будущей подставки, какая-нибудь пластиковая основа, ножницы и пинцет. Для начала вырежем нужной формы пластик. В нашем случае мы взяли папку. Размещаем форму на пластиковую основу и начнем приклеивать бисер, начиная с середины. Узор на вашей подставке может быть абсолютно любым. В нашем случае это будет произвольный орнамент. Такая оригинальная подставка у нас получилась.